Привет, Есимочка-младший. Привет, меня зовут Гонтик. Симпа, мы уходим. Вернемся к обеду. Хома. Посмотри, может, на дне котелка немного осталось. Котелок. Ой, каши совсем чуть-чуть. Ну же, побыстрее. Может, просто облизать котелок изнутри? Вкусненько, вкусно. Каша. Снимайся же, ну пожалуйста. Не выходит, кто бы мне помог? Главное выйти из дома. Наверняка кого-нибудь встречу, и мне помогут. Извините, вы не могли бы мне помочь? Извините, ой! Чудовище! Кипикус! Спасайся! Чудовище! Извините, я не чудовище! Ой! Котелок. Ты уверен, что масло поможет? Конечно. Смажем края котелка, и он легко соскользнет. Хорошо, но давайте скорее. А ты, Симпа, ты тут в темноте. Смотри. А ну-ка, найди. От Симпы сиди. Как плохо. Нечего было лезть, куда не следует. Теперь он этот котелок никогда не снимет. Ой, получилось! Ура, мы его сделали! Это я с таким лицом сидел? Мила, это ты нарисовала? Пойдем, тут больше ничего веселого не будет. Хома с хозяином? Не знают, какие похождения были у Симпы с котелком. Но сейчас и им будет весело. Прикольно, это же игрушный крипер, да? Поставлю его. Кошку
Ну-ка, нажми-ка.